Всем привет, ребят! Ну что, у нас очередной тест, один из таких интересных тестов. Мы протестируем танец лезвий на новом герое. В принципе, новый герой сам по себе очень даже неплохой. Я уже потестировал в многих сборках, показал вам его на максимальную жизнь и решил сегодня уже сделать такую более окончательную версию практически. Это еще не окончательная, либо СО, либо танец лезвий. Так, эмблемой. Мы поставим сюда СО. То есть у нас такой вариант будет. Сейчас я апну СО. И пойдем перекачивать нашего героя. Так, есть. То есть он плюс-минус будет то же самое, что с СО было у нас. Просто здесь будет еще уклонение. Плюс отхил. Вот я хочу пока с такой чаркой потестить. Она будет давать отхил плюс жизнь. Как видите, у меня тут полный трэш. Кстати, вот эти вот не обязательно пятерки ролить. Можно обычные. То есть, допустим, мы сейчас попробуем выролить. 2-4. Так, ладно, открываем, поехали. Поехали опять сливать самоцветы. Нам надо наролить везде уклонение. Ну, по максимуму желательно, хотя бы как минимум 5, чтобы у нас было. А лучше, конечно, 6. А падает, как видите, крит. Уклонениями туговато. Так, пятерка, все равно крит. Да, чувствую, сейчас мы долго будем ролить этих 5 уклонений. Но этому герою это надо. Жизнь, конечно, тоже, в принципе, неплохо, но все-таки, когда герой уворачивается, еще и талант у нас будет подходящий. Это будет реально топчик. Ну, просыпаемся. Не хотят, просто тупо не хотят давать пятерки, еще подвисает. Что-то английский сервер подвисает. Так, вот наконец-то первая пятерка у нас есть. Сейчас пойдет все побыстрее. Четверка. Ну давай. Не хочет. Так, отлично. Интересно, сколько здесь уйдет на пятые уклоны. Ну что ты подвисаешь? Блин, вот реально больше всего бесит, когда вот не падает, а здесь еще и начало подвисать. Никогда такого на английском сервере не было, чтобы именно так подвисало прям жестко, причем. Все, наверное, ролят созвездие. Не успевает сервер выдать всем созвездия. Так, тройки — это не то. Да, пятерки начали намного хуже падать. Уклонение мы до этого ролили
до обновы, а ты падала вообще отлично. Оккультиста собирали. Сейчас такое же, как и на русском сервере. Но здесь хоть падает. Новые, короче, ребята, виды роллингов. Двойка, смотрите, две пятерки выпало. Просто жесть. Наконец-то еще одна выпала. Это жесть, как они хреново падают. Ну, все же меньше осталось. Так, отлично. Вот это уже получше. Ну и жесть, как тормозит. Может, надо было там пятерки оставить? Ну. Сопротивление. Жесть какая-то. А, показалась пятерка, это не пятерка. Вот смотрите, сколько мы самов сливаем. Оно по сути того, ну, не знаю, не стоит. О, отлично, наконец-то еще одна пятерка. Теперь надо здесь пятерку вырыть. Как минимум. По 1950. Сейчас мы кучу самоцветов сольем. На это дело. Неблагодарная. Но зато узнаем, какая имба может быть. А может и не имба. Да, надо все-таки две пятерки оставлять и не париться, когда здесь выпадают. И где-то жесть полная, ребят. Все, зависли. Точность. Зачем мне ваша точность? Мне надо уклонение. Полный трэш. То чувство, когда реально запаришься ловить терки. Вот смотрите, я не знаю, сколько там у нас было самоцветов, но мы уже прилично самоцветов слили на то, чтобы вытащить две пятерки
Я уже это уже второй раз я ловлю по две пятерки. 5-4, но оно нам не подходит. Ну, крита, конечно, дает круто, но крит ему не особо-то нужен. Нам бы уклонение словить. Оу, ничего себе! Отлично. В принципе, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тут уже без разницы, потому что здесь 6 надо. Либо 8, либо 6. Восьмерку однозначно мы не словим, поэтому тут можно просто... Это тоже своего рода интересно, то, что вы можете любой здесь поставить. Нужный вам талантик, точнее чарку. Двойка. Ну, видите, двойка разница. 1950. Одна пятерка здесь. Уф. Ребята, это жесть. Мы словили. Но мы все равно максимальный бонус не получим. Это Unreal. Бессмысленно. Так, окей, отлично. Смотрим на нашего героя. Вот такая вот сборка. Уклон. Хороший, скажем так, уклон. СО. И сейчас посмотрим, что он сможет в рейдах. Вот очень интересно посмотреть, как он будет держаться. Ну, миссы проходят, но, как видите, сливается только так. Хотя вроде и у нас СО есть, но все равно не хватает этого. Просто тупо не хватает. Хотя у нас уклона очень прилично уже на героя. Так, ну по дамагу, в принципе, хорош. Дамага хватает, а вот так пошел отхил. Но у нас отхил получается от атаки должен идти. Не понял. А вот пошел по 180к у нас хиляется он. Ну, 182к отхил, в принципе, очень даже ничего. Я вам скажу, такая сборочка имеет право на жизнь. Ну все, героя практически разобрал. На Ронина Винвиз не прилетает. А, вот прилетело. Ну, Ронину пофиг. Так, ну пока такое, знаете, непонятное что-то. Так, 30-й зефир. Вот, кстати, неплохо. Давайте посмотрим здесь. Так, уклонения проходят хорошо. Молчанка. Ну, посмотрим, сможет ли он удержаться. Ну, так нехило выбивает, я вам скажу. Даже в такой сборке по 500к это более чем достаточно. 340. Мне интересно, чтобы мы сейчас зефиры зарядили. Смотреть, как будет зефир бить. Вот сейчас будет самое то. Вот, начал зефир бить. Ну, что я могу вам сказать? В такой сборке зефир пофиг, он себя получается. У нас иммунитет к стану, у нас отхил от удара рукой, у нас отхил от таланта. В принципе, нормально. Зефирка реально пофиг. Если мы кинем здесь сейчас седну, то ее, наверное, быстро ушатают. Хотя по ней тоже что-то не особо дамажит. Какой-то недамажный противник. А вот она зарядила и все тупо зафигачили. Ну, не знаю, я пока в такой сборке, честно говоря, не особо уверен. Надо потестить. О, вот, кстати, вот есть на дефе, интересно. Это будет интересно. Правда, здесь он не прокачан и особо в потолок. Есть 30-я зефирка, есть 30-й огник. Вот посмотрите, как дамаг проходит. Но в принципе сборка с новым этим, с новой чаркой очень даже ничего. Он себя хилит и тут хилит и в принципе дебафит. Почему бы и нет?
Вот Зефирка по 86 бьет, он себе хилит намного больше, то есть Зефирка его не пробивает и не убьет. Сейчас посмотрим, пройдем дальше. Так, отлично, мы сейчас до Огника добежим. Я надеюсь. Не хочет он туда добегать. Ладно, это будет долго. Давайте пойдем еще на одного и потом пойдем по локациям, посмотрим эту сборку. Так, вот Зефир есть с Владушкой. Тут не только Зефир, тут и Космо, и куча героев. Мне тут без вариации его просто ушатывают. Точность и все. Реально сейчас вытащить на новом созвездии точность, вам будет реально пофиг. Вы любого сможете ушатать при его уклонениях. Не знаю, все-таки я колеблюсь между тем, чтобы ставить СО и Ремку, допустим, на ПВП локации. Еще вариант есть поставить сюда ПДшку. Так вот, видите, у него режут отхил. Ну хотя, в принципе, и так хорошо. 30-й плюс стрелок. Он, конечно же, не убивает. Максимум, что он может сделать, это надебафить. Ну и его не сливает в такой сборке. Так, хорошо. Давайте попробуем. Еще на ком-то. Ну, пока такое, знаете, очень сомнительно. Что-то сервер подвисает нереально. Что с тобой, сервер? Короче, поломалась битва замков, ребятушки. Давайте перезайдем, попробуем. Может, попустит. Это что-то не то. Ну, не знаю, я не в таком восторге. Connection fail. Очень хорошо. Connection successful. Я не очень в восторге от этой сборки. Так, чтобы она была прям мега крутая, нет. Но все же она лучше, чем остальное, что я показал. Единственный вопрос еще фуловый дав сделать, собрать. Как вариант. Так, вот есть у нас 30-я Фрейя, сейчас посмотрим. Вот посмотрите, Фрейя его пробивает. То есть вальс такое. Это при том, что у нас, ребят, нарулены уклонения на нем. То есть уклонения на нем, причем конкретные. Сейчас посмотрим статки его. Вот, уклонений 8300, ребят. 8300 уклонения. Это просто жесть. Все равно он проседает. Поэтому я не знаю, я насчет такой сборки очень сомнительный. Посмотрите сборку. У меня есть сборка на деф. А мы пойдем пока сейчас на аренку. Я попробую сюда поставить. Попробую поставить выживание 9. То есть такую сборку сделать еще дополнительно отхил. Правда, тут у нас топ поменялся, противника вообще нет. Вот на отражалке я по минус 400. Я просто слился. Я просто слился на хранителе.
на обычном, блин, хранителе. Жесть, конечно. Вот так вот. О, отлично, огники. Ну, ему надо, видите, ремку, чтобы он сразу включался. Потому что если он сразу не включается, ну, такое. Здесь, конечно, он живет. Его там хоть и немножко пробивает, но у него отхила все же больше. Но это, опять же, это такое, не особо меня радует. Так, давайте попробуем. Вот, это какой-то помощней будет. Но миссы приходят, проходят тут довольно-таки прилично. Но опять же, надо найти хоть какого-то противника, кто будет по центру бежать, либо по одной строке. Вот, отлично. Смотрим. Выживание отработало свое. Миссают, миссают, но сливается. Сливается. Хорошо, если мы попробуем ему изворот поставить еще как вариант, прибавить ему еще дополнительно против того же противника. Так, смотрим. Пробуем его с изворотом. О, возможно, с изворотом он будет получше смотреться. Хотя я смотрю, что тот же самый вариант. Но миссов побольше, но отхила, видите, недомогание блокирует. Сейчас вот отхилился вроде. Но все печально. Да, он живет, но толку от такой сборки. Не знаю. Что то, что то не очень. Он ударить не может. Что если мы ему вцепим вообще психощит? Как вариант. Или давайте же просто сразу же вцепим ремку, чтобы он сразу же ударил и не дал им зарядиться. Вот это уже получше. Вот, посмотрите. Разница, насколько разница, когда он первым с ремкой бьет. Но для того, чтобы была ремка, я не знаю, мне кажется, СО для него получше будет вариант. Потому что с вальсом, как видите, даже при таком уклонении его пробивают. Поехали на забашку, посмотрим. Вот тут есть кто-то. Огником. Как раз то, что нам надо. Заодно и посмотрим. Понятно, слабеньких он разобрал. Огник у нас 16-й. Ну, не совет. 16-й прорыв. Витя. Вот непонятно, что лучше. Надо будет его еще затестить, наверное, на... лабиринте посмотреть в такой сборке. Вот так-то у него получается урон плюс хороший отхил. Дафа у него по сути огника разобрал. Прикольненько. Заблокировал, разобрал. Огник там, правда, не топовый, не 30-й, но все же. То есть он смог его заблокировать. В общем, не знаю, я, честно говоря, в раздумьях. Все-таки мне ESO нравится, надо будет побегать с ESO. И надо будет побегать с вальсом. Жалко, нету скина, чтобы посмотреть и определиться, что же все-таки лучше. Но и тот вариант, в принципе, довольно-таки неплох. Но опять же, здесь уклонение уйма. Без уклонения оно так срабатывать не будет, поэтому это такой бюджетный вариант, скажем так. Так. Что тут у нас есть? Асура есть. Ой, отлично. Посмотрите, как он
нехило так раздал. Получил молчанку. Ну-ну-ну-ну-ну, хилься. Ну, блин, двоих вынес, почти троих вынес. Нехило так, нехило, я вам скажу, реально удивил. Это были 30-е прорывы, причем. Все-таки он что-то может. Там у нас такой живучий остался, что мы убить не можем. А, Фрея. Неубиваемая Фрея. Да, вот так вот. Вроде и тащили, и не затащили. Интересно. Давайте попробуем здесь. Ну, видите, он первым кидает. За счет своей скорости атаки он будет включаться у вас первым. У него 0,8 секунды. У многих героев 1 и выше. 0,8 мало у кого. Поэтому он будет первым стартовать. Ремка ему обязательно, по сути. Так, еще один овник, но это какой-то непрокачанный. Давайте на этого нападем. Посмотрим. Так, 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 так. 20-е, 30-е прорывы. Посмотрите, что он с ними делает. Офигеть. Хорош. Вот реально хорош. Посмотрите, как он разобрался практически со всей пачкой. Блин, ну нереально круто. Там уже просто винвиз поуходили герои половину. Ну и реально хорош. Так, 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 так. Нам надо перезайти. Сейчас мы попробуем еще разок с ним. Сделаем так, а его на вторую пачку еще пустим. Там, где космо, посмотреть. Интересно. Так, Лазуля, Космо, Землеройка. Офигеть. Посмотрите, что он с ними делает. Блин, реально хорошо тащит. Молчанку ему уже кинул, недомогание. Но миссы, 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 миссы. Ну, чуть-чуть не хватает. Но я вам скажу, это один против 5 топовых героев. Блин, и он реально хорошо тащит. Поэтому я вам скажу, что такая сборка вполне даже ничего. Но она реально бюджетная. То есть тут надо уклонение. Но оно того стоит. Реально того стоит. В общем, так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.